В поселке Искателей продолжаются работы на объектах благоустройства общественных и дворовых территорий в рамках реализации государственной программы формирования современной городской среды. Благоустройство общественных территорий, пешеходной зоны в районе улицы Геологов и детской площадки на улице Озерная завершилось посадкой зеленых насаждений. Здесь сотрудники администрации поселка и неравнодушные местные жители высадили порядка 40 саженцев. Участвуем каждый год, и такую традицию надо проводить, считаю, каждый год, чтобы наш город зеленел. Эта акция полезна для нашего города, поселка. В нашем городе не так достаточно зеленых насаждений. Я думаю, что такие акции проводить надо чаще, и наш город будет тогда не утопать в песке. Участие местного населения в приоритетном проекте формирования комфортной городской среды обязательно. Посадить саженцы жители благоустроенных территорий могут в любое удобное время. Места для посадки отмечены так, чтобы зимой во время уборки снега деревья не пострадали. Промониторим их весной, но летом посмотрим, как они проживутся. Конечно, мы за ними будем поливать, там все у нас как бы налажено, все в комбинате, все это есть. И поливалка, все, подъехали, полили. Но не все деревья приживаются, поэтому те, которые не прижились, мы их, естественно, пересадим однозначно. Ели, березы и можжевельник для пересадки в центр сотрудники комбината по благоустройству поселка Искателей выбрали с окраин. Для сохранности зеленых насаждений деревья изымались в разрешенных местах. Это территории, где им в дальнейшем предстоит вырубка для освобождения земель под жилищное строительство. Александра Литкова, Владислав Ткачев, телеканал «Север».